Зачет в масштабах города. Сегодня студенты Набережной Челнинского института социально-педагогических технологий и ресурсов закрывали сессию необычным способом. В преддверии празднования 9 мая они устроили литературную встречу, посвященную памяти Мусы Джалиля, прямо возле памятника поэту. И стихи Мусы Джалиля, и песни на его слова. Мне представляется такая форма, она очень интересна, притягательна. Студенты к этому празднику идут с большими своими достижениями. Такой зачет у памятника проводится уже в 13-й раз. На него были приглашены ветераны и школьники. Студенты подготовили для гостей насыщенную программу, театрализованное представление с танцами и чтением стихов. Оценки выставляли школьники, а завершила мероприятие церемония в изложении цветов к памятнику.